Привет всем! Вот сегодня пришла мне посылочка из Китая, ОБД. Вскрываем. Этот ридер. Облицовка идет. Что? ЕЛ 327, последняя версия, говорят. Что могу о нем рассказать? Хороший ридер. По Bluetooth можно читать. Все прямо с Android телефона или с ноутбука по Bluetooth подключаться и вперед. Считывает информацию со всех датчиков. Но вот единственный минус, что он у нас не может изменять все данные, но читать он все данные может. В основном хорошая вещь для Opel, для Renault, для Peugeot. Можно посмотреть все датчики, все уровни. Потом у нас пытаемся вставить. Снимаем кофе. Вот его разъем. Здесь он вставляется, закрывается и забыл про него. С телефоном можно посмотреть все бортовые датчики, всю полную работу автомобиля, если что-то работает или нет, что-то сгорело или нет. В основном хорошая вещица, но для любителей, это не профессиональная вещь. Вот собственно и все. Вот у нас что еще есть здесь, что еще нам товарищи китайцы присылают. Вот этот диск, здесь программное обеспечение, как было в инструкции, здесь для Windows XP, Windows 7 и уже Android Phone. Можно все с легкостью, всю информацию считать. Еще раз. Прозрачный корпус. Говорят, что в старых ОБД здесь у них был край побольше, и они были размером чуть побольше. Это типа новая версия, новые возможности, новые, все доступно, все тачки можно считать. Вот, кстати, и все. Заводимся и пошли. Вот, можете посмотреть. Минус 11. Дизелек заводится с первого раза. Всего вам доброго, до свидания.